Дорогие ребята, сегодня многие говорят о здоровом образе жизни. И вы, наверное, считаете, что это очень скучно. На самом деле, быть спортивным, подтянутым и с хорошим настроением – это модно и здорово. А вести здоровый образ жизни – это совсем не скучно. Предлагаю вам составить путеводитель по местам ЗОЖ. Ведь в нашем городе много учреждений и мест, деятельность которых направлена на приятный отдых, на спорт и хорошее настроение. Озеро Имандра расположен для любителей парусного спорта и водного туризма. Научитесь побеждать вместе с Федерацией бокса Мончегорска. Бокс – это такой вид спорта, который особенный. И в нем надо трудиться. Несколько раз побеждал на бокс соревнования. Прыгаешься, прыгаешь, потом будешь делать. Два вторых места. Школа мужества. И выживают только сильнейшие. У кого есть сила воли, плюс характер, а то у некоторых воля есть, силы нету, или сила есть, воли нету. Здесь вырабатывается все вместе. Поэтому бокс – это спартанский вид спорта. И честный, самый честный. Очень важен здоровый образ жизни. Это очень классно, весело и полезно для здоровья. Потому что когда ты носишь ватрушку вверх, ты и так занимаешься и становишься сильнее. За здоровье, за спорт, за движение, за хорошее настроение. Вот нас встречает белка. Экологический парк. Давайте мы с вами зайдем и посмотрим, а что же у нас там такое внутри. Детский экологический парк города Мончегорска. Здесь тайны леса и лесных тропинок. По всему парку располагаются места
отдыха, развлечений и детских игр. Посмотрите, как здесь замечательно и интересно. Ну разве можно где-то в городе встретить такой домик лесной? Возле озера Комсомольское расположена спортивная площадка, где вы можете заняться спортом. Если вы живете на Кирове, вы можете сходить на площадку возле Северного ключа. Если хочешь быть здоров, закаляйся, собирай своих друзей и кумки, приходи скорей. Веревочный парк – это замечательное место, где можно провести время с друзьями. Наш девиз – 4 слова. Быть здоровым – это клево. Здравствуйте, в Мечковске расположен клуб «Борис», направлен на лазертаг и пейнтбол. Приглашаю активных ребят провести хорошо время. Их адрес – это Заводская 5, бывшее здание мясокомбината. Если вы хотите провести свой досуг интересно и с максимальной пользой, то приходите в Центр развития творчества детей и юношества «Полярис». Здесь каждый сможет найти занятия по душе. Мы уверены, что вам был бы интересен активный отдых. Теперь, благодаря нам, вы знаете, где это можно сделать. Благодаря нашим волонтерам проекта «За дело» мы составили путеводитель «Быть здоровым – это модно» по местам нашего города, предназначенным для активного отдыха и занятий спортом. Ведь за здоровьем не надо ходить далеко. Места для спорта и хорошего настроения можно найти и рядом с домом. Здоровья вам! И хорошего настроения.